Школа номер 43 – одна из старейших школ Магнитки, в которой обучаются более 400 детей Левобережья, сдала экзамен на готовность к учебному году с оценкой «отлично». Такой вывод сделала межведомственная комиссия. Что нового появилось в школе и что еще в работе, расскажем далее. Директор школы Вера Мороз прежде всего ведет членов комиссии в столовую. Здесь в преддверии нового учебного года установлена новая вентиляционная система. Не слишком сложная, но эффективная. Замену вытяжной вентиляции ждали давно. Самое главное, наверное, это безопасность вообще в столовой, да, это вентиляция, которая создает воздух, убирает лишние остатки жира и так далее. Она современная и соответствует всем требованиям санпинов. К требованиям традиционным, старым добавились в этом году и, по всей видимости, надолго новые. Их надо соблюдать для того, чтобы обезопасить и коллектив, и учащихся от коронавирусной напасти. В классах установлены рециркуляторы, на входе проверяют температуру, перед столовой на стене дозатор с антисептиком. Пока, правда, пустой. Дозатор бесконтактный, он может и подставляет руку. Малыши, конечно, будут немножечко вот где-то вот так. Приобретены маски, приобретены перчатки, да, для коллектива. То есть персонал школы будет полностью соответствовать требованиям в связи с коронавирусной инфекцией. В этом году у 43-й появилась новая крыша. В буквальном смысле замена кровельного покрытия велась в течение нескольких лет. У нас с 2014 года и депутатские средства на кровлю выделялись. Да? То есть, естественно, что эта помощь очень хорошая, большая. И городской бюджет помогал. Поскольку работы на крыше закончились, можно было приступить к обновлению фасада, что и было сделано этим летом, в конце которого школьная детвора сможет оценить по достоинству новенькую баскетбольную площадку. В 2019 году мы выиграли проект «Я выбираю бюджет» и выиграли строительство баскетбольной площадки. И не просто баскетбольной площадки, а она у нас будет современная, обновленная. Вокруг баскетбольной площадки будут беговые дорожки сформированы. И поэтому все это будет в ограждении. В состав приемной комиссии традиционно входят представители управления образования, Роспотребнадзора, детской поликлиники и горторга. Вывод комиссии однозначный. Школа обновленная, аккуратная, готова принять в очном режиме своих школьников долгожданных. И мы благодарны руководителю за то, что своевременно были проведены работы, созданы комфортные, безопасные условия для детей. Андрей Рыжков, Александр Макаров, телекомпания ТВН.